Петербургский международный экономический форум является одной из ключевых площадок, где Ульяновская область ежегодно презентует свои экономические возможности, устанавливает деловые контакты, подписывает соглашения о реализации новых инвестиционных проектов. Этот год не исключение. Кировская область присоединяется к нашему логистическому маршруту «Север-Юг». Также мы с ними подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. С Тамбовской областью подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Подписали соглашение с Калужской областью о развитии беспилотных летательных систем. Их очень интересует наш опыт в этой области, а он у нас действительно очень большой. На форуме ульяновская делегация провела серию переговоров и заключила соглашение с коллегами из федеральных ведомств, главами регионов, компаниями-партнерами. Так, соглашение о взаимодействии подписали губернатор Алексей Русских и ректор Московского государственного технологического университета Станкин Владимир Серебряный. Университет решением правительства Российской Федерации выбран в качестве базы для размещения Федерального центра компетенций станкоинструментальной промышленности. В образовательном учреждении будет разрабатываться программа научно-технологического развития отрасли и подготовки для нее кадров. Нам очень важно сегодня выработать единую позицию развития отрасли, потому что многие годы, к сожалению, она развивалась не совсем правильными темпами. И сегодня именно Ульяновская область станет одним из участников этого развития, поскольку те предприятия, которые сегодня расположены в регионе, являются значимыми игроками на рынке станкостроения. Также на площадке Петербургского международного экономического форума было сказано, что Ульяновская область вошла в десятку лидеров инновационного развития в России. Ирина Антонова, Улправда ТВ.